Всем привет! Хочу вам продемонстрировать, как я организовал полочки, куда я складываю свои все кухонные принадлежности. В полочках над лобовым стеклом грузовика. Возможно, кому-то пригодится. Посередине там это все сложено, все, что у коллеги, а вот как дело обстоит у меня. Вниз я постелил противоскользящий коврик, взял обычный коврик, который продается в строительном магазине для ванны, нарезал его на такие куски, взял еще небольшие такие коробки с маленькими бортиками и все так удобно составил. Здесь у меня стоят банки с супами и так далее, накрыты этим ковриком, никуда не сдвигаются при торможении, при разгонах. Также наверху постелил эти коврики, сверху тут кухонная утварь, тарелки, ложки. И вот тоже здесь картонная коробочка. Ну и здесь у меня всякие такие сухие ролтоны, чай. Возможно, кому-то будет интересно, кто-то возьмет на заметку. Потому что полочки были в ужасном состоянии, все засрано, машина как бы не новая. Уже достаточно количество водителей на этой машине поездило. Ну и многие за собой не убирали, не мыли. Да так, что там остались такие аж пятна липкие, которые не оттереть. Поэтому я принял решение, что проще будет, чем все это там драить, найти вот такую коробочку с бортиками и плюс постелить такой коврик. Чисто, удобно и практично. Возможно, кому-то пригодится.